такая довольно сегодня симпатичная еще голова, но я ее уже не хочу носить, потому что второй день. Соответственно, кожное сало уже начинает скоро выделяться активно, а мне это как бы не надо, как вы понимаете. Так. Так как волосы у меня пористые, то понять, где волос обработан маслом, где нет, помогает очень хорошо выпрямление, визуальное его выпрямление и затемнение цвета, потому что цвет волоса у меня тоже такой, знаете, молочный шоколад с переливами такого до золотистого, потому что он у меня, естественно, не крашеный, и какие-то там у него бывают моменты, связанные с солнышком, где он немножечко подвыгорает. Вот. Значит, длина – это длина. Конечно, она волос восстанавливает, но главное в кокосовом масле еще не забыть про кожу головы. Это я выяснила еще в индийских, значит, грубо говоря, в аюрведе. Вот аюрведа, она все-таки считает, что кожу головы нужно укреплять точно так же, как и основной стержень волоса. Хотя я где-то читала, что вот, кожу головы нельзя ни в коем случае увлажнять, именно умасливать, да? И к чему это все как бы было? То есть я в итоге начала разбираться. Как говорится, хочешь узнать секрет, приди к человеку, который уже достиг, да, какого-то результата. Но в моем понимании достигли результата по уходу за волосами, реальному уходу за волосами, а не выдуманному уходу за волосами, именно девушки, которые проживают на территории Индии. То есть их действительно стоит прислушаться, к ним прислушаться стоит и сделать для себя какие-то выводы организационные. Мол, что я делаю не так, что с моим уходом не так, что мои волосы не такие, как у девушек из Индии. Я, конечно, понимаю, что генетическая предрасположенность, генетическая вся тема не дает развиваться некоторым волосам, как положено. Но уж поверьте, природа вас лысыми точно не хотела сделать. Это 100% можете знать, потому что это задумка такая о людях, задумка о женщинах особенно. Да что уж говорить, даже у мужчин есть волосы. И эти волосы активно значит, растут, и просто в течение жизни мужчины их обрезают, так как с ними действительно тяжело, потому что и женщины-то не всегда справляются с этим уходом за волосами длинными, а мужчинам так это вообще не надо. Как говорится, им надо другое, им надо зарабатывать денежки, развиваться в карьерном плане, они как бы на это даже не обращают внимания. Дай бог, чтобы голову помыл, что называется. Вот. А у девочек у них как бы посерьезнее проблемы, то есть они еще помимо мытья головы заморачиваются о том, чтобы волосы были не только живыми, послушными, блестящими, но и хорошо росли, чтобы их можно было для профилактики иногда реденько подстригать. Итак, я вроде промаслила хорошо голову, но это ушло, заметьте, кстати, очень мало времени, потому что у меня было растопленное кокосовое масло из-за жары. Обычно я убиваю на этот процесс побольше времени, просто из-за того, что у меня кокосовое масло не в жидкой форме прибывает, а в форме такой твердой, и чтобы переносить эту твердую массу на волосы, приходится сначала топить его в руках, то есть непосредственно в ладошках, и это, конечно, отнимает уйму. Помимо крабика у меня всегда вот здесь вот в такой баночке лежит вот такая одноразовая шапочка, которую уже пора, кстати, заменить. Наверх вот эту штучку одеваем. Все, и сейчас 40 минут я буду вместо того, чтобы вместо того, чтобы чисто уделять время уходу, я буду параллелить это с монтажом влога вчерашнего для вас. Сегодня у нас аномальная жара, плюс 37, но как бы есть тучки. Это улучшает ситуацию, безусловно, потому что без тучек даже в плюс 35 хочется просто умереть. А сейчас достаточно неплохо переносится. Ну, просто ощущение такое, как будто душно очень. Вот, я пошла по своим делам, не знаю, когда приду, наверное, часа через два. А, из новостей. Значит, сегодня ничего готовить не надо, потому что, в принципе, есть еда со вчерашнего дня. Поэтому сегодня без духовки, без плиты, потому что все это очень сильно нагревает и без того душное помещение нашего дома. Потом, я обязательно хотела посетить, конечно, что-нибудь из водоемов на этих выходных, но не знаю, получится ли. В принципе, мы там что-то получилось у нас, добить этот факт. Получилось подтасовать людей и события. Вроде бы как бы на выходные мы куда-то точно поедем. Без Мики, соответственно, потому что КТ у нас на так сказать, на каникулах. Вот, но я скажу, что все равно тяжело довольно идти, то есть, как бы вот я говорю, иду и как бы заговариваюсь от того, что мне довольно душно. Вот, поэтому я не буду больше снимать сегодня на улице, наверное, сразу домой. Жарит по полной, куда я хотела пойти, я не пойду, потому что я боюсь, что просто тупо будет мне плохо. Я уже дошла до дома, сейчас сниму вам лук, пойду домой. Ну какой-то вот такой вот у меня сегодня лук, немножечко такой весь. Поэтому, нет, не течет, знаете, макияж не плывет, но какое-то вот такое ощущение, что прям вот сейчас начнется гроза, разразится гром и жестко-жестко польет какой-то град, я не знаю. Настолько душно, настолько тяжело дышать. Поэтому я купила мороженку, скушала ее уже. Еще одну мужу докупила. Дома
душно, сходила в душик, потому что очень душно, вообще сил нет. И сейчас себе буду делать охлажденный компотик из черной смородины и сушеной малины прошлого года. Выглядит, сюда я сейчас брошу вот сюда, вот так вот, оп. Будет такой охлажденный компотец. Вот так я храню. Ой, примерзла. Кубики льда, они немножко, видите, здесь уже по какую-то еще вторичную конденсацию, вторичное обледенение произвели. Вот, а компотик выглядит вот так, в холодильнике стоял. Наверное, из остатков мороженого с молоком я сегодня сделаю какой-нибудь вкусненький молочный коктейль. Холодный. Вот такой симпатичный довольно. Это салатик из огурцов, корейской морковки, родной зелени, фасоли и все походу. Больше ничего там нет. Лилии постепенно открываются. И вот это тот самый компотик. Так, у меня, значит, вот такое молоко ультрапастеризованное. Я всегда беру, чтобы дольше хранилось, так как мы его редко достаточно пьем. Немножечко мороженого, немножечко ягод. И будем сейчас все это в высоком стакане блендерить. А еще немного на фронтальную камеру. Ой, как бы не убиться тут. Так, насчет сладости, я думаю, здесь проблем не будет, потому что здесь как бы смородина кисленькая такая, кисло-сладкая, уже зрелая достаточно. И еще там получается сладкое мороженое. И до объема я доливала молока. Возможно, будет слишком сладко, поэтому, так как мы с мужем не очень любим сладкое, прям уж до сильно сладкое, то, наверное, я еще сегодня долью чуток молока. Но для этого нужно нам сначала попробовать. Давайте попробуем. Так. Вы знаете, вообще нормально. То есть нету каких-то излишних сладких вкусов. Вот он у меня такой освежающий, такой, знаете, вот такой фреш. Так что я думаю, что на этом я закончу. Сейчас я буду разливать по стаканчикам. Чувство опьянения от этой жиры не отпускает вообще. Ощущение, что вот-вот просто в обморок грохнешься. Но, тем не менее, так как мы едем на выходные отдыхать, на озеро, скорее всего, с палатками там и так далее, то, скорее всего... Вот мы поэтому поехали, купили продукты в магазине, еще не все, поэтому завтра утром мне придется идти за продуктами. Вот. А что спасает? Спасает термальная вода Виши, несколько раз в день душ. А вообще, на самом деле, ничего, очень тяжело вообще. То есть, если ты даже что-то делаешь с водой связанное, все равно не отпускает. Ощущение одышки. У меня вот к вечеру появился какой-то кашель непонятный. Я не знаю, что это за кашель. Надеюсь, что я не заболела, и все будет здорово и нормально. А вообще сегодняшний день вошел в историю. Это считается один из самых жарких дней за последние, я не знаю, сколько там лет указано, 10, 20, 50. Ну, не суть. Главное, что это действительно один из самых жарких дней. Вот 10 лет я живу в Екатеринбурге. И за 10 лет это единственный день вообще в жизни, когда я видела на градуснике плюс 39. Вы представляете себе этого? Это нет. Просто лагерь разделился, часть людей говорят, что как бы жара это супер, о, они ждали этого как бы много лет, уральцы типа уезжать, всю жизнь пытаются отсюда на жаркие моря страны. А второй лагерь, это к которому я принадлежу, и несколько моих знакомых девушек, это те люди, которые очень тяжело дается переносить такую страшную жару, у которых самочувствие резко ухудшается, обостряются все невероятные болячки, симптомов очень. Я считаю еще и как врач, естественно, что эта жара не полезна уральцам, лично это мое мнение.
как специалисты. Если кто-то хорошо переносит, то как бы очень хорошо, я рада за них, но большинство людей действительно это груднички, это беременные женщины, кормящие матери, это хронические больные с хроническими заболеваниями, это пожилые люди, это больные, которые сейчас переносят ковид, то есть ковидную коронавирусную инфекцию, страдают в стационарах и дома на самоизоляции. А также пациенты, а также врачи, которые вынуждены ходить по домам по таким в такую жару. Кроме того, все работники любых учреждений, которые находятся в условиях без кондиционера. И поверьте, это ужасно. Вот, к примеру, на Плотинке у нас произошел сегодня с утра, или я не помню, или уже вчера, у меня уже все смешалось в этой жаре, честное слово. Водитель потерял управление от жары, видимо, ему стало плохо, и он врезался то ли в столб, то ли в дерево, прямо посреди нашей великолепной, одной из самых красивых плотинок страны. Вы представляете, то есть с людьми, сидящими в автобусе. Я не жалуюсь, но в нашем районе еще воняет сочистных сооружений. Район этот, не знаю, на это очистное сооружение уже очень много подавалось петиций, жалоб, судов. Я не знаю, кто выиграл, но главное, что ничего не меняется. Как продолжало вонять, извиняюсь, гном, то как бы до сих пор этим делом и воняет. Поэтому это удивительное, конечно, сочетание плюс 40 и воняет очистными сооружениями. Это просто прекрасно. Никому не желаю такого. Никому не желаю такой жары страшной, какая выдалась в этом году в Екатеринбурге. Я почитала немножко информацию про эту жару, и оказывается, что этот день, 16 июля, это самый жаркий день за последние 80 лет в нашем городе, получается. То есть последний такой жаркий день был в довоенный год, в 40-м году. И там было 35,5 градусов, 35,4. А сегодня рекорд — это 39 градусов. То есть это максимальный вообще, максимальный. Вариант. Вот эта жара пришла из Казахстана, якобы, ну, для Казахстана это как бы норма, вот так вот там вот для людей, они как бы уже адаптированы, привычные. А для таких, как мы, для уральцев, для нас это дикость, то есть для нас очень тяжело переносить такой климат, только если вы там до этого где-то не проживали в каких-то жарких регионах, то вам тяжело будет переносить наши холода, потому что у нас здесь... Ну, на кухне горит свет, кстати, хотела показать вам текстуру волос. Сушила сегодня немножко на фене, потому что очень долго просыхала копна, мне уже надо было убегать по делишкам. Соответственно, пришлось немного феном посушить, но опять-таки не на горячей струе, а на струе, которая такая, знаете, ионизированный такой прохладный воздух, я бы сказала. Так, где мое зеркало? Где мой свет? Так, сейчас я буду делать демакияж с вами вместе. Ну, вы же любите, я думаю, когда я занимаюсь демакияжем. Так, значит, ватные диски опять взяли. Нивею. Тут совсем чуть-чуть осталось ее добить уже буквально. Вот. И надо, кстати, прикупить новую, потому что как же я буду без нее? Не, ну на этих выходных, если мы едем на отдых, то как бы, конечно, я могу... что-то в глаз попало мне туда. Значит, на этих выходных, конечно, если я буду ночевать в деревне все-таки, а не в палатке, то я не буду... то я буду краситься, и мне надо будет все-таки мицеллярку, понимаете, да? Если же я буду в палатке, то, конечно, что я там буду краситься, грубо говоря, перед кем там выеживаться? Это же вполне логичный вопрос. Перед кем ты, Надя, там собралась краситься, собственно говоря? Так, ну вот что-то такое. Немножко слеза тоже. На губах у меня вечный карандаш какой-то. На моих губах вечный карандаш. Хотя он не вечный, он все время съедается. Поэтому, собственно говоря, с ним как раз проблемно очень. Хотя Vivienne с собой довольно стойкие карандаши, одни из самых неплохих таких, я бы сказала. Тем не менее, есть проблема с тем, что бесконечно съедается этот карандаш, и нет сил его все время подкрашивать. Ну, приходится подкрашивать. В любом случае, придется подкрашивать. Даже сверху, если блеск наносишь и так далее, то есть, это вся тема.
Не знаю, вот она вообще ни губы не облизывает, ничего. Тогда этот карандаш будет стойкий максимально. Вот, на максималках просто. Вот. А что касаемо лица, то тут, конечно... Или глаз. Тут гораздо проще, потому что здесь меньше вот этот момент стирания. Ну, потому что мы не едим же лицом или глазами. То есть как бы это логично. Так, теперь надо стереть опять водичку. Обычная вода. В распылителе от Леврана. Так, еще на сам диск наношу водицу. Мне так проще просто. Так как я уже сходила в душ, мне сегодня не хочется снова залазить. В душ смывать не солярку, так что мне проще сделать так. Еще можно умыться, сходить. Будет тоже неплохо. Что-то, кстати, у меня какое-то покраснение тут. Значит, пора кожу подлечить, потому что она, видимо, устала. Устала от этой жары вечной. И просто уже тяжело. Она начинает задыхаться. Надо ее будет подлечить сегодня, наверное, сывороткой буду ее лечить. Подумаю еще, чем лечить. Вот. Ну, вообще, сегодня можно, смотрите, в принципе, я, наверное, вот с витамином С могу отбеливающую, либо соц-крем, один из двух, потому что, ну, понятно, что сверху гидролатную воду от Леврана буду использовать, это в любом случае. Но моя кожа уже прямо что-то говорит, Надюш, подлечи меня, а то я не могу выздороветь. В том числе вот это какое-то, какая-то неровность. И вот здесь покраснение есть, я вижу, небольшое. То есть кожа нехорошо, она не говорит мне спасибо, как я обычно это люблю говорить. Так, крем для рук еще обязательно. Ну и, в принципе, бальзам для губ. И еще бальзам для роста волос. О, да, бровей и ресниц, получается. Так, с этим мы покончили. Ну, давайте, наверное, сегодня нанесем, я думаю, сыворотку от Леврана, отбеливающую. Она вот так вот пахнет. Я ее, кстати, долго ждала. Знаете, она вообще сама по себе довольно такая пахнет чем-то. Не знаю, как-то не очень-то приятно она пахнет. Мне не очень нравится. Вот, но эффект у нее, конечно, отбеливающий неплохой. Что, конечно, отбеливать я буду, я не знаю, потому что я сама себя вроде как бы... У меня как бы с отбеливанием-то какие могут быть проблемы? Потому что лицо загорает. По идее, я не ставлю это в самоцель какую-то там, отбелить кожу и так далее. Вообще, сыворотки наносятся на кончиках пальцев. Но я как бы бывает, возьму немножечко чуть больше, если перенасыщу, так сказать, то мне приходится это еще и немного размазывать, как крем. Вот. Обязательно навеки. Ну, вообще, сами сыворотки Леврана, в основном все, большинство... Оно подходит именно для кожи вокруг глаз. То есть отдельную сыворотку для глаз можно не брать. Так, следующим этапом быстренько. Так, крем я не делаю, потому что слишком жарко. Смысла нет. Что-то одно из двух, грубо говоря, базовых средств. Дальше наносим бальзам Coconut, мой любимый. Лучше его, ничего не останавливает кожа губ. Только он. Так, это сделано пчелой называется. Вот одна штучка стоит где-то 150 рублей. Состав здесь идеальный. Вот посмотрите, масло плодов оливкового дерева, пчелиный воск, масло плодов кокосового дерева, масло семян подсолнуха, масло семян малины и обыкновенный витамин Е. ПМ Власов Михаил Германович. Мне очень нравится. Это прям настоящая вещь. То есть это вот не какая-то там подделка. И даже моя любимая Натура Сиберика для детей там от 0 лет, даже она не так хорошо восстанавливает губы. Именно как вот эта вещь, всем советую. Серьезно, а я как человек с 10-летним стажем поиска именно средства для исцеления потрескавшихся губ, я это вам точно говорю. То есть, если вы хотите человеку какому-то подарить продукт из этой серии, то я вам могу оставить ссылочку, потому что я теперь решила, что я буду пользоваться только этим средством. Хотя у меня еще есть много на тест закупленных как раз других различных гигиенических продуктов, но они мне не зашли, потому что я прям реально почувствовала, через где-то месяц пользования, я обычно тестирую, как месяц пользуюсь, смотрю, какие результаты. И вот, собственно, результат я получила именно от вот этого продукта. Так, дальше финиш, это гидролатная вода с розочкой от Леврана. Но она дорогая, поэтому я много не пшикаю, 4 раза достаточно, потому что на лето она и так быстро заканчивается. Все, финишный этап, ручки. Мне нужно домазать крем для рук морожковый молодильный от Агафьи. Вот, и потом, как только я его закончу, я должна буду купить что-то на тест от Леврана. Так, руки у меня тоже такие, что-то какие-то суховатые за сегодня стали. Но в целом неплохо. Можно еще кокосовое масло использовать. Ну вот, так сегодня в плюс 38 градусов, самый аномально жаркий день года в городе Екатеринбург. Я выбрала сегодня такой уход, именно сыворотка, чтобы подлечить свои несовершенства на коже.
Спасибо, что посмотрели этот влог. Всем пока.